Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и подписчицы. Если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подпишитесь. В этом видео мы поговорим про Мадинов. Амадины относятся к роду птиц семейства вирюковых ткачков и содержат большое количество разновидностей. Сейчас на ваших экранах два совершенно разных подвида амадинов – зебровые и чешуйчатые. Зебровые амадины получили свое название благодаря окрасу самцов. Передняя часть шеи и груди этих птиц имеет тонкий поперечный полосатый рисунок. Чередование черных и достаточно светлых полос на груди образует зебровую окраску. Самцы, кстати, зебровых амадинов всегда ярче и насыщеннее самок. У чешуйчатых амадинов самцы и самки имеют одинаковый окрас. Несложно догадаться, что свое название они получили благодаря чешуйчатому окрасу груди. Более того, среди любителей и разводчиков чешуйчатых амадинов можно услышать название этой птицы немного иное – чешуйчато-грудая, чешуйчато-гордая или мускатовая амадина. И хотя эти виды амадинов имеют разные предпочтения в живой природе, содержание в домашних условиях практически одинаково. Амадины очень активные, маленькие птички, неприхотливы в содержании и просты в разведении. Именно по этой причине они очень быстро завоевывают популярность среди любителей в качестве домашних любимцев. Как правило, заводят пару амадинов в клетке или стайку, если планируется содержание в вольере или в большой клетке. Минимальный размер клетки для пары амадинов 30 на 40 и на 60 см. Важно, чтобы клетка была прямоугольной, вытянутой в длину. Это позволит совершать птичкам короткие перелеты, размять крылья и хорошо себя чувствовать в ограниченном пространстве. Не увлекайтесь навешиванием игрушек в клетке. Вообще, лучше от игрушек отказаться. Зеркала и прочих вещей, они им не нужны. Оборудуйте клетку только самым необходимым. Обязательно нужна кормушка и закрытого типа поилка. Если поилка будет открыта, будьте готовы, что амадины будут ее использовать как купалку, а купаться они любят и делают это регулярно, разбрызгивая воду во все стороны. В качестве ванночки необходимо предусмотреть иную небольшую емкость. В специализированных магазинах они продаются закрытого с трех сторон типа. Идеальным вариантом размещения клетки будет являться место, на которое попадают прямые солнечные лучи, но не более чем на 2 часа в день. Вообще, амадины очень теплолюбивы. Температура нормальная является для них от 18 до 20 градусов. При проветривании комнаты амадинов необходимо убирать. Они очень боятся сквозняков. Помимо сквозняков, они боятся резких движений, неожиданных звуков, включения света в темное время суток. Однако, достаточно быстро привыкают. Но если к вам пришли любопытные гости, реакция будет повторяться, так как хозяина они узнают в лицо. В качестве основного корма лучше использовать проса. Лучшим вариантом вообще является, конечно же, смеси для амадинов, в которых включены все необходимые ингредиенты и вещества. Это луговые травы, конопляные и канареечные семена, овсяные крупы, льняное семя, семена рапса, салата, магара и чумизы. Такие смеси всегда есть в зоомагазинах. Кстати, семена луговых трав можно заготовить и самому. Для этих целей используют семена подорожника, одуванчика, клевера и так далее. При этом важно, чтобы степень зрелости таких семян была разной. Это очень сильно влияет на вкусовые характеристики. Суточная норма на пару амадинов – 2 чайные ложки корма. Помимо смеси дают вареные яйца, творог, фрукты, ягоды, некоторые овощи и даже свежую зелень. Периодически добавляют гамарус, мучных червей и мотыля. Такую белковую пищу особенно важно давать в период размножения.
Для разведения понадобится цилиндрическая форма гнездо, или, как ее еще называют, дуплянка. На дно клетки необходимо разместить сено. Оно будет являться материалом для обустройства гнезда. Амадинчики будут его перетаскивать в гнездо и делать подушку для клетки, для будущей кладки. Амадины размножаются легко и охотно. Ваше участие в разведении заканчивается и остается только ждать. Бывает так, что самка откладывает бесплодные яйца или скидывает яйцо вовсе, если чувствует опасность. В период разведения важно, чтобы птички были одни и их никто не беспокоил, не пугал. Особенно это касается детей. На этом видео подошло к концу. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. Так нам будет легче понять, какие темы для видео вам нравятся больше. И это сыграет важную роль в создании новых видео. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания.